Вертинский и Польша. Бананово, лимоном Сингапур, буй, когда поет и плачет океан, и гонит под певицей лагуной и дальний караван. Там, там, тай-ди-да, ах, та-та-ди-да, там, тай-да. Александр Вертинский, великий русский артист, кумир эстрады первой половины XX века, выступал в крупнейших мюзик-холлах США. Его концерты проходили во многих странах Европы, хотя исполнял он песни только на русском языке. Вертинский был хорошо знаком с Гретой Гарбо, Чарли Чаплиным, Марлен Дитрих. В Польше Александр Николаевич прожил с 1923 по 1927 год. Потом еще дал несколько концертов перед выездом в США осенью 1934 года. Польский период был самый активный в его творческой жизни. В Польшу Вертинский приехал из Румынии. Здесь его песни и романсы уже знали. Были даже сделаны переводы на польский язык. Польшу артист считал своей второй родиной. Он писал: «К этой стране я всегда чувствовал симпатию. Быть может потому, что в моих жилах течет капля польской крови». С 1923 года начинаются выступления Вертинского в Варшаве и по всей стране, в Лодзе, Кракове, Познани и Белостоке. Восточный провинциальный Белосток Александр Николаевич особенно любил. Останавливался Вертинский в самой лучшей гостинице, в отеле «Риц», на одной из центральных улиц. В Белостокском театре «Палас» он выступал два раза – в апреле 1924 и в ноябре 1925 годов. В Варшаве Вертинский выступал в театре на улице Коровой. Жил он в роскошных апартаментах самой дорогой в Варшаве гостиницы «Бристоль», расположенной рядом с президентским дворцом на улице Краковское предместье. Одевался Вертинский у лучших портных. Известный польский поэт Юлиан Тувим сочинил пародии на песни Вертинского, что сделало российского артиста еще более популярным. На его концерты у касс театра с утра выстраивались очереди. Даже глава польского государства Юзеф Пилсудский приглашал его в свою резиденцию. Выступления Вертинского имели магическое, почти гипнотическое воздействие на публику, особенно на ее женскую часть. В фешенебельном приморском курорте в Сопоте Вертинский познакомился с Раисой Потоцкой, дочерью русских эмигрантов. Она стала его первой женой. В 1924 году в Берлине они поженились, но через 6 лет развелись. Нигде популярность песен Вертинского не была так велика, как в Польше. Здесь он написал: «Мадам, уже падают листья», «В синем и далеком океане» и знаменитую песню «Пани Ирена», ставшую визитной карточкой Вертинского. Я безумно боюсь золотистого плена ваших медно-змеиных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя Ирена и в следы ваших слез, ваших слез. Я влюблен в ваши гордые польские руки, в эту кровь голубых королей, в эту бледность лица, до восторга, до муки обожженного песней моей.
В декабре 1932 года польская фирма Sirena Electro выпустила сразу 15 пластинок с лучшими песнями и романсами артиста. Почти в каждом доме, где был патефон, звучал голос любимого певца. Принесла случайная молва милые, ненужные слова. Летний сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города. В 1927 году Александр Вертинский переехал во Францию, которая на несколько лет стала, по его словам, второй матерью. Впереди ждали его Америка и Китай. Вы слова залетные, куда? Тут живут чужие господа. И чужая радость и беда. И для них чужи навсегда.